Посвящение – очень важное событие в начале студенческой жизни. Ребята приехали из разных городов и регионов. И как раз этот ритуал – лучший способ сплотить коллектив группы. Ведь вместе им предстоит проучиться еще не один год. Само действие прошло в стиле квестов, а организацию взяли на свои плечи студенты второго курса. Задания на самом деле очень разные. Где-то они умственно подуманы, где-то они побегают, потому что локация находится... Ну, мы постарались их немного спрятать, чтобы было не все так просто. Надеемся, что ребятам понравится, потому что мы на самом деле готовились. Ни холод, ни ветер не смог испортить настроение. Разделившись на команды и получив путевой лист, ребята отправились на точки, на которых их ждали второкурсники. Все задания не похожи друг на друга. Где-то ребята читали скороговорки, надышавшись гелием, а где-то отвечали на вопросы, связанные с выбранной профессией. На некоторых точках им пришлось раскрепоститься на публике и спеть посреди самой проходной улицы города. Было задание, не связанное с профессией. Оно было самым рискованным. Одному из участников группы нужно было выбрать одно из 10 яиц и разбить его об свою голову. Подвох заключался в том, что половина яиц были сырыми. Но на удивление, из всех команд сырой досталось только одной. Хоть с профессией это никак и не связано, зато хорошие воспоминания останутся в памяти надолго. Абдуллин Камиль, Ленардо Влетьяров, Универньюз.